Вот уже более года мы очень часто слышим от людей, обращающихся в нашу компанию и которые хотят попробовать свои силы в индустрии развлечений, что арендная ставка, предлагаемая им арендодателями, в частности торговыми центрами, очень высокая. И когда они начинают рассчитывать свои бизнес-планы, она является прямо их ахиллесовой пятой. Ну так вот, когда вы начинаете исследовать рынок и выбираете место, в котором планируете организовывать работу вашего развлекательного объекта, то общаясь с арендодателями, поясняйте целевое назначение, так как зачастую развлекательные объекты попадают в разряд якорных арендаторов вместе с Ашанами, Зарами и же с ними. И их арендная ставка не идет ни в какое сравнение с обычной. Якорные арендаторы являются инфраструктурой торговых центров для привлечения масс людей. Они, собственно, и генерируют основные потоки. Перед тем, как арендная ставка будет согласована, должно пройти не менее 2-3 встреч, на которых вам, конечно же, будут говорить, что очереди из арендаторов к ним могут сравниться только с очередями при покупке айфона в день выхода. Но это далеко не так. Вы не должны думать, что бизнес тяжело вести только вам. Несмотря на то, что многие арендодатели выглядят так, как будто кризис их не затронул, ситуация может быть прямо противоположная. Ведь помимо непосредственных доходов и расходов, у большинства торговых центров есть своя история с банками или даже инвестиционными фондами. И чтобы торговый центр мог правильно взаимодействовать с этими серьезными структурами, у него должна быть максимальная заполняемость, и порой торговый центр готов разместить развлекательный объект по очень выгодной цене. Опять же, большим плюсом для вас будет, если вы придете уже с готовой рекламной кампанией, медиапланом, кстати, в котором не нужно пренебрегать частым упоминанием названия торгового центра, его адреса, и в конце концов покажите арендодателю, что потенциально вы сможете привлечь народ к себе, а значит и к нему. В общем, не делайте поспешных выводов, оперируйте правильными терминами, договаривайтесь несколько этапов и обращайтесь к компании Sky Production за консультациями и новинками индустрии развлечений. www.skyproduction.ru 499-398-1443